Всем привет. Мы вот спустились в подвал посмотреть, как же чувствуют себя здесь наши елочки. Немножечко их опрыскать. Но пока у нас все замечательно здесь. Вот такая приспособа у нас тут удобная. Немножечко пихточки. Подпортился один череночек. А ничего страшного, там елочка. Череночков у нас много. Мы посадили, какие укоренятся, и хорошо. Хорошенькие стоят. Не будем уже закрывать их. Пусть остаются так. Ну, вот этот, наверное, череночек уберем. У нас сосна. Ну, чудесно. Наша индюшечка, которая сидит на яйцах, вышла водичку попить, покушать. Но пока она гуляет, мы заглянем к ней в бочку. Так, мы уже в загоне у индюков. Вот в этой бочке сидит у нас индюшечка, которой мы подкладывали 3 яйца. Угу. 6 яичек. Чудесно. Ничего, рассидится. Будет чудесно. В гнездо пока никто не хочет. Ну, хорошо, придумаем другое. Эти красавчики гуляют. Да, бойцы? Здесь индюшечки кушают. Бусинка наша сидит. Нет, не заходим, не заходим. Она сейчас будет волноваться, если мы к ней зайдем. И прибежит Степа. И будет тут крик такой невыносимый. Сиди, сиди, моя девочка, сиди. Очень хорошо сидит, молодец. Ей уже поднесли там яйца. Другие гусыньки, Буся постаралась. В общем, пусть сидит. На следующий срок мы уже подготовимся и одновременно яйца ей подложим. Что такое? Ты что-то хотела? А, ты что-то хотела рассказать? Нет. Ой, боже мой, ну что это за тих? Ты кушала, что ли, комбикорм? Вон водичка есть, попей. Там у нас девочка садится не здесь. Та тоже. Гусики. Гусики уже оперились. Уже такие красавчики стали. А им всего лишь месяц с небольшим. Ты что делаешь? А? Ты яички поправляла?
ты, молодцы какие. Вот. Одно зеленое, три таких. Забираем. Да? Степаныч. А ты только мастишься и убежала. Давайте сходим. У старых еще яички заберем. Вот, рукончики нам дали 4. А тут у нас... Так, молодцы, девчоночки. Так, раз яичко. Где моя сидит? Моя девчоночка сидит. Дашь посмотреть? У меня все такие курочки спокойные, не клюются. Да. А вот эта мадам клюется. Нет, она сегодня в настроении. Не клюется. Покосили. Молодцы, девочки. Сидите. Пока нету. Пока одну. Утром я 3 забрала. А эти пока девчонки сейчас надумают у меня. Будет еще. Вечером заберем. А здесь у нас сбор яиц. Вот. Вот эти яйца у нас арауканы нанесли. Это у нас старое поголовье. А это галашеечки. И вот 2 ярких зеленых яйца. Это курочка Ухи и Люйка снесла. Вот собираем. Сейчас у нас инкубатор произведет вывод. И будем закладывать еще один. Такие. Как раз нам хватит. Это курочка Ухи и Люй. Черные глаза. Черное оперение, черное мясо, зеленые яйца. А это ее кавалер. Галашейка и скрещенный с арауканом. Это ее петушок. Ее яйца мы взяли на инкубацию. Ждем вывода. Хотим, чтобы был черный галашея. Господа, мне не надо подсказывать. Нет, не надо подсказывать. Вот ты какие красотуны. Да, и ты тоже такой. Да, вот такие хвосты. Вот. Этот инкубатор мы закладывали с вами 25 февраля. Сегодня 20-й день инкубации. И с утра мы услышали там писк. Маленький писк. Вот, быстро, срочно мы туда заглянули. Вот, быстро отключили переворот. Вот, сняли решетку. И сейчас я вам покажу, что там происходит. А вот такая вот тут история. Здесь наклев полным ходом. И с этой стороны пищат. Вот. Отовсюду. Ну, а самые важные яйца у нас лежат вот с этой стороны. Вот. Это яйца курочки Ухи и Люй. И ее кавалера Галашейки. Очень жду я этого вывода. Потому что мне очень хочется посмотреть, получится ли у нас скрестить галашейку и Ухи и Люйку, чтобы был
Голошейка черный, с черной кожей, с черным мясом. Ну, посмотрим сейчас, есть ли у нас наклев. Пока еще не слышно. Но у нас есть еще 2-3 дня в запасе. Вот. Ну, очень хочется прямо-таки посмотреть, что у нас получится. А эти зеленые яички нам нанесли голошейки и араукашки. Вон какой наклев дружный. Чудесно. Просто чудесно. К утру, наверное, будем ждать цыпочек, цыпляточек. Ой, прямо не терпится ему выскочить, аж яйца шевелятся. Так, ну будем закрывать, нельзя долго держать открытыми. Вода у нас в ячейках есть, чтобы влажность была хорошая, где-то примерно 70-75%. Поэтому давайте закрываем и ждем. И ждем с нетерпением, ждем цыпляток наших. А здесь у нас с доброй нянечкой сидят маленькие еще цыплята, которые с первого вывода довыводились. Вот у нас еще один гусенок вылупился. Индюшонок вот рядышком стоит. Вот такие чудесные, дружные ребятки здесь вместе с нянечкой. Нянечка наша никуда не делась. Она занимается воспитанием малышей. Вот. Вот они какие дружные, хорошие. Ну а пока всем чудесного дня. Спасибо тем, кто подписывается на наш канал, кто пишет комментарии, вот, кто делает репост, помогает расти нашему каналу. Всем здоровья, хорошего вам поголовья. Ну, а кто просто зритель, чудесного дня, чудесной ночи, у кого какое время дня. Заходите к нам на канал. Будем ждать вывод наших уникальных цыпляток. Посмотрим, получится ли у нас этот эксперимент. Вот, и какие цыплятки у нас получится. Вот. Пока-пока. До новых видео. Вот он,